Скорпиончики, привет! Приветствую вас на своем канале. Давайте смотреть, что приготовил для вас конец 2023 года и как он проиграется в различных сферах вашей жизни. Общая энергия месяца. Девятка чаш. Прекрасная карта, которая говорит о том, что это время праздников. Это время, когда вы можете побывать в хорошей компании, что-то отметить, порадоваться своим достижением. И, в принципе, получить удовольствие от жизни. Опять-таки, энергии очень расслабляющие, энергии отдыха, энергии отпуска и, в принципе, удовольствие. Удовольствие от жизни. Поэтому давайте смотреть. Работа. Туз жезлов говорит о том, что в плане работы это будет время новых начинаний. Для кого-то это время, когда вас осенит какая-то интересная идея, может появиться какой-то новый проект. Даже если вы воплощать, вы его не будете в декабре, то в принципе есть что-то, за что можно зацепиться и потом в дальнейшем развивать. Для многих может проиграться как много поездок по работе, несмотря на то, что это декабрь, и все приходит к своему логическому завершению. Многие компании закрываются на период Рождества и Нового года. Но для вас эта энергия, энтузиазм, новое начало и, в принципе, новые возможности. Если вы работаете по найму, то здесь, смотрите, очень хороший шанс у вас укрепить свои позиции. И в плане нового начинания здесь у вас может быть повышение. Повышение может быть как в финансовом аспекте, так и на новую должность, более интересную должность, либо более высокую должность. Для тех, кто хочет трудоустроиться, тоже у вас новая встреча, новое общение с кем-то. Общение здесь будет с потенциальным работодателем. То есть, если подавались на какие-то новые позиции, да, вас пригласят на интервью. Для кого-то уже может начинаться оформление документов. Да, вот смотрите, туз мечей. То есть, какая-то консультация. Возможно, оформление документов через recruitment agent, то есть через агента по трудоустройству. И, в принципе, здесь все у вас хорошо. Единственное, что я смотрю, что может быть так, что двигаться и развиваться все это будет не так быстро, как вам хотелось бы, но потенциально трудоустройство здесь есть. Если у вас свой собственный бизнес, то здесь тоже будете искать информацию, анализировать информацию. Для кого-то проигрывается по бизнесу поездки за границу с целью расширения бизнеса, с целью подписания каких-то договоров, документов. Возможно, будете договариваться о каких-то поставках и так далее, и тому подобное. Здесь прекрасно. А что по финансам? По финансам, мои дорогие скорпионы, хотелось бы больше. Смотрите на возможности, на потенциал. Потому что, во-первых, по данной карте здесь хочется помечтать, потому что хочу и первое, и пятое, и десятое, и так далее, и тому подобное. Но, опять-таки, приход есть, но и трат у вас очень много. Потому что для кого-то здесь может проиграться, как выбрать всем подарки к Новому году. Тоже может быть такой аспект. Но, в принципе, мои дорогие скорпионы, здесь вы неплохо себя чувствуете в плане материального обеспечения, потому что, скорее всего, здесь люди достаточно обеспеченные, уже есть уют, комфорт, дом, стабильный бизнес, либо достаточно постоянная работа. Здесь и прогресс в плане работы есть, то есть без работы вы долго не находитесь. Но и в плане финансов для кого-то здесь может проиграть так, что есть поддержка рода, то есть родные, близкие могут вам помогать, опять же, можете помогать и вы. Но вот уточняю, девятка пентаклей. Люди независимые, материально обеспеченные и достаточно стабильные. Хотя да, при всем при том, что у вас все хорошо в плане финансов, хочется чего-то большего, да? Если мы миллионеры, то хотим быть миллиардерами из этой оперы. Далее, дом. В плане дома могут быть поездки.
Кто-то может к вам приехать в дом, вот выпадает вам рыцарь Пентакли, то есть мужчина земной стихии чаще всего проигрывается как Дева, Телец, либо Козерог. Но опять же, здесь, понимаете, как можете вы куда-то поехать, и к вам может кто-то приехать, для кого-то, для дома будет покупка транспортного средства. Это может быть и мотоцикл, это может быть и машина и так далее и тому подобное. Опять-таки, для кого-то может эта карта проиграться как переезд на новое место жительства. Кто-то снимает новую квартиру, кто-то покупает новую квартиру или дом и так далее и тому подобное. В принципе, может быть и так, что вы поехали куда-то на время отпуска, на время Рождества и Нового года. Далее, смотрим отношения. Прекрасная карта, любовники. То есть в плане отношений, да, выбор сделан правильный, и, скорее всего, вы получаете удовольствие от общения с тем человеком, которого вы себе выбрали в спутнике жизни. Поэтому давайте смотреть. Эта карта еще и выбора для тех, кто, например, стоит на распутье. Если один партнер, есть другой партнер, думаете, кого же выбрать для того, чтобы строить более длительные отношения. То мы будем уточнять, если вы в браке, в де-факто отношениях, либо встречаетесь длительный период времени, то здесь что у вас? Несмотря на какие-то недоразумения, на подозрения, на ревность, вы остаетесь здесь с этим партнером. И если вас выбирали, то есть вы конкурировали еще с кем-то, то здесь однозначно выбрали вас. Если вы выбирали, то тоже вы сделали выбор по душе, по сердцу. Несмотря на то, что выпадает вам здесь женщина, которая могла вам строить козни, это может быть и чья-то мама, например, или чья-то сестра, и вносила смуту в ваши отношения. А вы что здесь? А вас послушает доезд, а у вас прекрасная семья, замечательные отношения, здесь любовь, доверие, дом полная чаша. Опять же, все проигрывается для вас очень радужно. Для тех, кто хочет с кем-то познакомиться, то да, здесь есть выход из ситуации кризиса. Если ходили, плакали, что нет, не попадается никто такой, кто мне нравится или... нет потенциально интересных кандидатов, то эта ситуация поменяется в декабре, потому что вот будут и встречи, и потенциальные кандидаты, и в принципе можете определиться в плане того, кого вы хотите, с кем вы хотите быть и так далее и тому подобное. Если у вас любовные треугольники, то здесь вы прикладываете огромные усилия для того, чтобы быть на высоте в этих отношениях. Действительно, вы занимаете более благоприятное положение, несмотря на то, что можете быть либо в роли любовницы, либо в роли любовника. И даже если есть здесь у вас рядом друзья, знакомые, родители и другие люди, которые говорят, нет, тебе это не надо, это не твои отношения, тебе за эти отношения бороться не нужно. И здесь неважно, вы находитесь в роли любовницы или в роли жены, вы будете отстаивать свои позиции. Вы будете говорить, да, я так решила, я так хочу, я буду отстаивать то, что мне важно, то, что мне дорого. Опять же, если меня смотрят мужчины, то да, несмотря на то, что вам могут выедать мозг мелкой ложечкой, что ты делаешь что-то не так, тебе нужно то, тебе нужно все. Вы будете защищать свои отношения и того человека, с кем вы эти отношения строите. Но опять же, по данной карте, мои дорогие мальчики, девочки, здесь мужчина, скорее всего, останется с женой. Для жен, которые знают, что они находится в любовном треугольнике, потому что мужчина там погуливает на сторону, тоже не стоит ни о чем волноваться, потому что у вас более высокие позиции,
Вы сможете сохранить семью, если вы этого хотите. Далее смотрим, какие энергии будут уже уходить. Смотрите, мои хорошие, у вас очень хорошая карта здесь выпадает. Потому что если о чем-то печалились и горевали, могли быть какие-то перепады настроения, кто-то мог фокусироваться на каких-то потерях, которые могли случиться в этом месяце и, в принципе, в этом году, то вы будете выходить из этой ситуации. Опять-таки, если было желание сидеть дома и никуда не выходить, то у вас друзья, знакомые вытащит, выйдите в свет, где-то побываете, пообщаетесь, встретите новых людей. То есть здесь хорошо. Какие энергии входят в вашу жизнь? Королева жезлов. Это прекрасная энергия, которая говорит о том, что вы будете на высоте, вы будете довольны тем, как вы выглядите, как вы себя чувствуете. Опять-таки, здесь люди меня смотрят независимые, самодостаточные, интересные, интересные собеседники и, в принципе, неординарные личности. Вот эта вот неординарность, стремление к достижению своих целей, эти энергии будут вам помогать. Совет? Совет очень интересный, который говорит о том, что не все работа. Нужно находить иногда время для того, чтобы фокусироваться и на каких-то других вещах. Вот дотянула вам еще одну карту, и она говорит о том, что попытайтесь привнести в свою жизнь какую-то новизну, попробуйте что-то новое, откройтесь каким-то переменам. Для кого-то, кто хочет гульнуть, гульните. Для кого-то, кто хочет детей, да, работайте в этом направлении. Но попробуйте что-то новое. Поедьте на какое-то новое место. Побывайте в кругу каких-то новых людей. Пообщайтесь. Нужно немножечко освежить ваши отношения, привнести новизну в вашу жизнь. Ну что, мои дорогие скорпионы, благодарю вас за просмотр этого видео. Пишите мне, насколько резонирует с вами расклад. А с вами была я, Надя Райс. До свидания. До новых встреч.